Хотя работы по созданию полноценной системы водоснабжения в микрорайоне Юдовка еще продолжаются, Сеодалгопилсуданс принял решение о постепенном обустройстве подключения тех домов, которые расположены на улицах с уже построенными сетями канализации и водопровода, и владельцы которых сделали все необходимое с точки зрения документации. У нас достаточно много заявок уже от жителей, которые хотят подключаться к сетям водоснабжения и канализации. Первые два объекта уже в работе. Это один адрес по улице ЛС и второй адрес по улице Таборос. Один из этих объектов мы уже построили. Хочу обратить внимание жителей, что процесс это достаточно долгий. С момента написания заявления в Даугавпилсуданс до конечной цели может пройти до года. Само строительство занимает не так много времени. Это порядка 3 дней до недели, в зависимости от сложности объекта, в зависимости от того, где стоит водомерный узел. Это может быть в доме, в подвале, либо будет установлен водомерный колодец на улице. В зависимости от планировки здания, откуда будет сделан вывод канализации. Поэтому я призываю жителей все-таки начинать процесс строительства и подключения к сетям сейчас, не дожидаясь сдачи в эксплуатацию самого большого объекта. Между жителями Юдовки и исполнителями работы Даугавпилсуданс существует трехстороннее соглашение, согласно которому те горожане, к домам которых уже сделано подключение, пока не будут пользоваться канализацией. Это, как и использование водопровода, можно будет сделать лишь после полного завершения всего проекта в микрорайоне. В настоящий момент наблюдается позитивная тенденция по росту заявлений на разработку технической документации для подключения к водоснабжению на Юдовке. Всего к концу мая технические условия были выданы по 109 адресам, а по 62 адресам техническая документация уже согласована. Получено 37 заявлений на софинансирование от самоуправления. Согласно проекту, подключение к водоканалу необходимо сделать как минимум для 356 домов или для свыше 1000 жителей микрорайона. Подробнее об этом можно узнать по телефону у специалистов Даугавпилсуданс. Постройка сетей канализации и водопровода завершена на 19 улицах. Однако трудности по-прежнему наблюдаются на улицах Лелы и Пиладжу. Закончить инженерные работы исполнитель обещает к концу августа, а в сентябре предстоит заасфальтировать улицу Лела. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.